конечно, это все, как всегда, в песне бывает условно. Мне самому приходится часто бывать в литературном институте, там, выступать перед молодежью, и это бывает непросто, особенно с молодыми поэтессами. Вот об этом песня. В эту осень под Елена перепутал я с мужским. И зачем сдалось мне это? Для чего я стал таким? Перед юною девицей я дрожу, как на ветру. Дайте огненной водицы, а не то совсем умру. Я гуляю по бульварам, я года свои топчу. Я опять хочу быть старым, разлюбить ее хочу. Пью осеннюю заразу из ее весенних глаз. Ладно, младше был два раза, но зачем мне третий раз? Я люблю преподавание, но не мыслил о таком. Обучаю целованию и владению языком. Она в ответ хохочет и мороженое ест. И опять учиться хочет посреди публичных мест. И любви учиться хочет посреди публичных мест. В общем, дура молодая, я не молод, но влюблен, потому и пропадаю с потеплением времен. Но скоро зимние морозы окончательно придут, и меня охватит проза, мой литературный труд. Дверь в лохмотьях дерматина я захлопну до весны и начну писать картины, прозаические сны. Мне бы лишь остановиться, позабыть, что я знаком с этой огненной девицей, овладевшей языком. С этой юной девицей, овладевшей языком.